два, три. Раз, два, три. И вот по этажам. Также делается по кругу. Здесь, вверху, терли. По кругу здесь внизу терли. И поехали вот так. Причем, смотри, здесь мы включаем центробежные стремительные силы, что ли. Вот так клинок вот здесь прилипает к руке за счет этого. И вот здесь мы делаем то же самое. Во-первых, ты параллельно делаешь упражнение вот это 3-2-1. То есть вот я оп, перехватил. И я корпусом двигаюсь. Не руками, но то же самое можно. Делаем корпусом. В одну сторону, в другую сторону. Ложим руку на крестец. И вот таким образом. Ну, это не удар, это просто движение. Сделали сюда. Сделали вот такой небольшой наклон. Потому что вот так свести руки тяжелее, чем вот так. И вот смотри. Передал я стиральный таким же. Эту руку здесь оставляю, делаю движение сюда. И вот так отрабатываю. Потом убираем руку. Делаем, например, два варианта есть. Лопок впереди, передали. Лопок спиной, лопок спиной, лопок. И также упражнение делать лопок за спиной, спереди, лопок за спиной, спереди, спереди. Два варианта. Сейчас обрабатываю. Спереди. Далее это делается фильм. Когда ты начинаешь работать, чтобы не перекладывать, да? То есть понимаешь, что сейчас не перекладываю, а ты наоборот, ты хлопнула и вылилась.